Друзья, всем привет! У нас в наличии Suzuki DL650 V-Strom 2018 года. Двухцилиндровый V-образный двигатель объемом 645 кубических сантиметров. Металлическая защита двигателя. Шестиступенчатая коробка передач и цепной привод. Защитная металлическая клетка с подстаканником. Регулировка жесткости задней подвески. Объемный кофр. Две дополнительные боковые сумки. Противоскользящий чехол на сиденье. Резина Scorpion 2023 года. Тормозная система Tokica с ABS. Дополнительное ветровое стекло с регулировкой. Ветрозащита рук. Установлено дополнительное освещение. Пробег 34 473 км и трекшн-контроль. На этом заряженном и технологичном мотоцикле вы сможете доехать куда угодно. Он уже доступен к тест-драйву. А также напоминаю, что этот и остальные наши мотоциклы у нас можно платить частями. Для этого пишите нам личное сообщение.